Эта закладка небольшой капсулы, по сути, дает старт строительству нового крупного завода в Алматы, аналогов которому нет в Казахстане. Это совместный масштабный проект национальной компании «Казмунай газ» и одной из ведущих китайских нефтяных компаний. Производить здесь будут стальные трубы большого диаметра. Площадь нового предприятия займет свыше 18 тысяч гектаров, а построят его в индустриальной зоне Алатауского района, который развивается по принципу полицентричности. К слову, индустриальная зона, созданная по поручению главы государства, стала центром притяжения иностранных инвестиций. Из 39 проектов 18 экспорта ориентированы, 7 с участием зарубежного капитала. Среди них российский КМК «Инвестмент», японский «Токио Роб», иорданская «Хикма», а сегодня пополнил этот ряд китайский «Азия Стил Пайп». Индустриальная зона Алатауского района города Алматы, она создана по поручению главы государства, подведена и подводится, завершается соответствующая инфраструктура. Здесь конкретно для реализации предпринимателей 275 гектаров выделены, 70 еще рассматриваются. И вот на 18 гектарах сегодня вот происходит закладка этого завода. Стальные сварочные трубы, которые будут производить на заводе, применяются не только в нефтяной отрасли, но и в сфере жилищно-коммунального хозяйства и строительства. Запуск подобного предприятия позволит сократить импорт труб на 60%, создать новые рабочие места, а также обеспечить дополнительные поступления в бюджет Алматы. Этот завод нужен нам. Он является исполнением поручения нашего главы государства по индустриализации нашей страны, по развитию несырьевых секторов экономики. Производить на заводе планируют до 100 тысяч тонн труб в год. К слову, в проект инвестируют 33 миллиарда тенге. Акиматом города проведена работа по подведению соответствующих коммуникаций. Будет создано 300 постоянных рабочих мест. И при строительстве завода будет задействовано 600-800 человек. Это очень важные рабочие высокооплачиваемые места. Строительство завода начнется весной, а полностью ввести его в эксплуатацию планируют уже в середине следующего года. К слову, реализация проекта стала возможна по итогам встречи главы государства и председателя Китайской Народной Республики в 2014 году, в рамках которой была подписана программа комплексного стратегического сотрудничества в нефтегазовой отрасли между нацкомпанией «Казмунай газ» и CNPC. К слову, CNPC – это китайский нефтегазовый гигант, который занимает четвертое место в рейтинге 500 крупнейших мировых компаний. Алтыншаш Смагулова, Асет Кундакбаев, телеканал Алматы.